Зачем ты сейчас рожать? Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Главное, руку не пробить руку. Куда? Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Дай еще палку, Кумас. Блять. Может, ему мозги отрезать? Терпи. Тихо. Аккуратно, костюм. Снизу. Блядь, держится. Блядь. Ай, блядь! Ай, сука! Ну там вторая пасть! Блядь! Андрюха, подожди, все, не трогай, дядя. Подожди. Тихо. Может, давай по башке, долбани ему? Не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо. Блядь, как больно, сука. Блядь, твою мать. Давай его убью, нахуй. Да убей надо по башке, дать ему гвоздем. Ну, сейчас, подожди. Блять, ну чем его расковырять? Ёбаный ты в рот, а? Тихо. Вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той, с твоей. Или с твоей, Андрюха. Бля, хуй ты. Блядь, еще хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Да хуй там я что имею. Блядь, чем? Видишь, у него вторая пасть там. Ай, блядь! Держи. Ох, сука. Не это самое. Пиздец. Вот гад. Фу, блядь. Блять! Борисюсик, ты че пугаешь народ-то? Залез, блин, хрен знает спиной. Видишь, у него вторая пасть, Андрюха. Ага. То есть вот это он про... Видишь, вот это вот. У Марины такая же черня. Видишь, вот она. Но. Маленькие зубы, смотри, вот они. Ну, понятно. Видишь, вот. А те всасывают. А там, и он заглатывает. Ну, вот видишь, он мне руку, бля, пробил. Ну. Пиздец. Какая хуйня. Тумрен такой же устройство, как называется. Костюм надо будет мне, кстати, проверить. Видишь, и здесь пробил мне. Естественно. И здесь по пробивам мне все. Ох, сумму. Я хотел за кешку, раз он меня цепанул. А что ты по локоть суешь туда? Я, честно говоря, не думал, что он хватанет. Да никто не думал вообще. Блин, черт! Да я не черт! Доставайте теперь его, блин! Все, YouTube сейчас будет номер один. Борисюнчик руку засунул вообще! Иди, чувак, я с тобой сфотографирую! Крест, чё ты мой! Да, подожди, я видео вырублю тогда.